Цель конференции – повысить информированность в первую очередь работников первичного звена для раннего выявления опухолей. Касается это лор-врачей-стоматологов и офтальмологов. Все болезни эффективно лечатся, если они выявлены на ранней стадии, а органы головы и шеи всегда доступны для осмотра. Опухоли головы и шеи занимают всего лишь 10% в общей структуре онкологической заболеваемости. К сожалению, вот это небольшое количество пациентов поступают к нам уже не с начальными формами заболеваний. Вот это очень настораживает, и особенно в трудоспособном возрасте. Лидирующие позиции среди опухолей головы и шеи занимает рак гортани. Ежегодно в Беларуси выявляется до 620 таких случаев. Смертность составляет около 50%. Поэтому раннее выявление этой проблемы связано непосредственно с хорошим лечением, а следовательно связано с результатами нашей работы. Мы приехали с той целью, чтобы, скажем так, повысить онкологическую настороженность и попытаться достучаться до докторов первичного звена для раннего выявления рака гортани.